Попробую, попытаюсь объяснить. Я сразу понял, что будет плохо. Я не высказаться не могу. Я должен высказаться. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. То есть, я, во-первых, процесс эти многие не понимаю. Я говорю, не-не-не-не, это вообще не наше. Мы это не, я не могу, мне это противит моей... Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Подзаебала эта тема. Не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну, простите его. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Мачо. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Окей, 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 я заткнулся. Ну, это, конечно, печально. Это печально. Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Ну... сомнительно, но окей. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Я реально прихерел. Честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Ну, в общем и целом, я был рад. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Блять, я заплакал. Чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я сейчас. И чё? Чё ты вот этим добился? Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я знаю только одно. Он мне никогда ничем не помогал. И никто мне не может это предъявить. Не он мне не предлагал помогать, а я его не просил. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь, что-то, это стрёмное заявление от чувака от этого. Понимаешь, просто понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как, ну, понимаешь, блядь, я говорю, нет, какая разница? Ну, вот какая разница? Всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Ну, в общем-то, да. Ну, как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Супергуд — это то, за что он будет гореть в аду. Это было очень глупо. Мое мнение. Наконец-то эти суки страдают. Я этого не понимаю. Ошибся. Я могу один раз ошибиться. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Очень обидно. И очень жалко. Но потом начался пиздец. Вот все там воры. Понимаешь, это как звучит громко вор. Ну, как вор, воры. Жулики. Мы любим вот такие формы, форматы. О, император. Во-первых, это был сарказм. Круто. Да это ж круто. Принять это за, ну, так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы, прямо скажем. Вот нахуя тебе 1,5 миллиарда, если у тебя уже есть 20? Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия помазалась этим говном. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю. Кто? Нихуя. Вот просто нихуя. Вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди нахуй, Лена. На этом я бы хотел закончить интервью. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Все.